Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию жизни ютубера. Я на вашем месте бы так не радовался, потому что у нас жопа. И именно вот сейчас, в эти минуты, мы будем сваливать или из этого города, или из этой страны, или вообще из этого материка, куда-то уедем там в Киргизстанляндию, на австралийском полушарии вьетнамского континента. Я не знаю, куда мы сейчас свалим. Мелкий! Я вот мелкого жду, пока он там свои шмотки пособирает, и мы сваливаем. Кто смотрел предыдущую серию, тот огромный молодец. Кто не смотрел, подсказочка прямо сейчас надо мной, посмотри. На меня напали... Мелкий, я видел то, что ты в стральнике! Там, короче, жесть была. На меня и напали, и снайперов. На меня открыли охоту. Мэр. Мелкий! Я же вижу то, что ты там в туалете бегаешь. Давай быстро сюда. Если не видел, посмотри обязательно. Собрал вещи? Все вещи собрал? Покажи, точно все собрал? Ай, ты смотри, какой молодец. Ты смотри, какой модный чемоданчик у тебя. Все, труселямбы. Сколько пар взял? Сколько пар? Сколько трусов взял? Неважно, носки взял? Колготки взял? Подштанники взял? Все взял. Жопа пипика не замерзнет, да? Ну, вот и хорошо. И я взял. А хотя нет, я не взял. Давай быстренько еще за мной. Давай, мелкий. Подожди, стой. Ты все взял, а штаны не взял. Ты в трусах побежишь? Там холодно на улице. Март, иди штаны надень. Нет штанов? Надо купить. Бедный малый, штанов нет. Купим тебе, ладно, потом. Ну, уже потом, когда разберемся с мэром. Быстрый, давай, быстренько за мной. Он-то все взял, а я не все взял. Давай, только люк за собой закрывай. Люк закрывай, мама не в лифте родила. Хотя фиг его знает, где она тебе родила, я не знаю. За собой двери всегда нужно закрывать. Так, мне нужно взять. Сначала возьмем Мосинку, возьмем к ней патроны. Все пригодится. Закрой окно, с окна вывалишься. Вот. Война на носу, война с мэром. У меня сколько у меня мелкие осталось? 4 дня, примерно 4 дня осталось до того, как я должен дать ответ мэру. Буду ли я с ним делиться своей прибылью 50%, или я сяду в тюрьму. Но проблема в том, что он уже своих головорезов за мной отсылает. А у меня-то еще сколько дней осталось? Патрончики возьмем на калаш, как можно больше патронов. Возьмем патроны на пистолет. Возьмем 2 гранаты. Мелкий, готов? Готов? Покажи кейсик! Покажи свой модный кейсик! Покажи! Ай, какой молодец! Где ты его? Ты смотри, знаешь, как бизнесмен такой юный. Ходит, как будто на какую-то там, на встречу директоров идет, да? Правда, то, что в трусах порванных. Ну ладно, пошли, быстро. Давай, нужно сваливать. Мы и так с тобой уже засиделись. За люк за собой закрывай, когда ты на... И двери, да, перед носом. Все, пошли. А мы Костянчика здесь оставим? Мелкий, а почему здесь? Так он твой отец вроде, не? Не отец? Так вы похожи, смотри, как 2 капли воды. Что он в трусах, что ты в трусах. Что у него они порванные, что у тебя. Так, подожди, да. Давай я, короче, его напугаю, потом мы с тобой сваливаем. Уши, закрой уши. Мелкий, ты там не обосрался, это громко было. Ты смотри! Мелкий даже обкакунился, а Косянчику пофиг. Ты прикинь, он уже 2 дня здесь спит. 2 суток. Ладно, Косянчик у нас терминатор еще тот, поэтому с ним ничего не случится. Мелкий! Мелкий! Давай за мной! Мелкий! Быстренько за мной. Перед тем, как мы побежим к Михалычу, быстренько забежим к контрабандистам. Мне нужно очистить свой инвентарь, потому что у меня там хлама просто дофигища. Только будь вежлив. Любое дурное слово, они тебя сразу застрелят. Это контрабандисты. Это тебе не Костянчик. Костянчику можно сказать, что он дурак, он никак не отреагирует. Пацаны, здорово! Вы не в сговоре с мэром случайно? А? В глаза смотри! Ну или в дуло, мне без разницы. Нет? Ну ладно, короче, я пришел продать вам здесь все. Мне эти пушки уже нафиг не нужны. 1, 2, 3, 4 золотые монеты. 2 золотые монеты газовая граната это 6, и 3 золотые монеты газовая маска это 9. 9 золотых монет на бочку, малому мороженку купить. Какую мороженку, не мороженку, штаны. Я вижу, вы с ним подружились, да? Не нужно к нему, не нужно с ним заигрывать. Нет, он странный, малый. Еще раз на него посмотришь? Шутку придумай шутку.
Придумай мне шутку. У меня шутки закончились. Мелкий, шутку! Быстро анекдот! Быстро! Я в этой серии шутить не умею. Я хотел ему сказать то, что я ему что-то отстрелю. Ладно, все, потопали. Да хватит с ним играть. Мелкий, за нами охоту открыли. Давай быстро со мной. Ты смотри, нашел время для развлечений. Давай, быстро. Склебал. Сейчас. Кофе будешь? Бушку? Не пьешь кофе? Ну и молодец, сейчас. О, все, побежали быстренько. Ну будь аккуратен, смотри по сторонам. Мы можем идти, ты даже ничего не будешь подозревать, а потом такие развернемся, такой хуе! И понимаешь, везде может быть опасность, угроза. И те, кто сейчас подумал, то, что я матюкнулся, я не матюкнулся, я сказал хуе! Это знаете, как Джеки Чан, ну типа в карате. Прикинь, люди думают, то, что когда я говорю хуя, это я матерюсь. Нет, это просто свое джиу-джитсу показываю. Давай быстро. Побежали, мы уже почти прибежали к Михалычу. Быстро. Подожди, 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 подожди. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Они уже здесь. Этот мэр и сюда своих агентов заслал. Они уже стоят возле магаза Михалыча. Ты придурок мелкий, иди сюда, иди сюда. Куда ты побежал? Они тебя сейчас спалят. Я бы, конечно, сейчас мог к ним побежать, расстрелять их всех и вернуться, но не все так просто. Откуда я знаю, сколько их там еще? Может, там целая армия у них за углом стоит? Может, там еще 15 так, этих бандитов стоят? Короче, мелкий, нам нужен план. У тебя есть какой-то план? Вот-вот, видишь, а нужно, чтобы башка варила, чтобы у тебя всегда там план в башке был. Короче, ты мелкий, да? Значит, ты отважный, ты смелый, и тебя не жалко. Вот, тебя не жалко, вот именно. Что мы с тобой делаем? Ты бежишь к ним! Прям к ним! Они тебе ничего не сделают, ты мелкий, тем более у тебя штанов нет. Бежишь к ним и, короче, спрашиваешь... 5 рублей, короче, скажешь... Дяденьки, у меня там 5 рублей на доширак не хватает, да? Главное, кейс им свой не показывай. Короче, побежишь, попросишь 5 рублей, пока ты их будешь отвлекать. Я сзади подойду, посмотрю, нет ли там еще... Может, там танк за углом стоит, я откуда знаю. Посмотрю, все ли там нормально. И потом расстреляю всех двоих, и мы побежим к Михалычу. Все понял? Ты понял или не понял? Понял. Или не понял? То есть не понял. Не понял. Понял или не понял? Скажи, ответь да или нет. Что да? Да, не понял? Господи, как с тобой сложно. Иди, все, иди. Просто на судьбу полагаюсь. Я не знаю, что он понял, что он не понял. Что-то там понял, что-то не понял. Возможно, ничего не понял. Я надеюсь, он никакой глупости не сотворит. Вот, он сейчас их будет отвлекать. Вот он что-то там просит. Сейчас быстренько я подойду. Достану на всякий случай калаш. Если там за углом никого нет, я быстренько со спины всех расстреляю. Мелкий, заговаривай им зубы. Какой молодец. Сейчас за углом вроде никого нет. Так, они меня походу пока что не видят. За углом никого нет. Почему Михалыча зомби там внутри? Он зомбарем тусуется. Так, здесь Геннадий Петрович, все, мелкий. Дебил! Тихо, успокойся! Михалыч, мы тебе починим окна, он починит тебе окна. Что у тебя в... Покажи ствол! Достань! Выбрось эту каку! Фу, кака! Откуда? Откуда? Мелкий, ты с ума сошел? Откуда у тебя этот ствол? Я тебе говорил ничего не делать, ты почему им челюсти прострелил? Мелкий! Ёханый баба, давай быстро сюда! Открой ты эту дверь! Давай быстро забегай! Ну и сквозняк сейчас, ты зачем мне... Михалыч, мне нужно воспользоваться компьютером твоим. У меня здесь диск с компроматом на кого-то. Мне Катюха заслала. Можно компьютером твоим воспользоваться. Если мелкий, тебе, конечно, мониторы там не расстрелял. Ты что делаешь, а, дебил? Можно? Окна мы тебе починим, честно. Все. Слезь с клавиатуры. Включи свет. Есть свет? Нет света? Ладно, сейчас посмотрим, что там за компромат у Катюхи. Мелкий, ты готов? Я не знаю, на кого там компромат. Возможно, на тебя. А возможно, даже на меня. Возможно, даже на Катюху. Короче, сейчас посмотрим.
Здорово, бандиты, здорово. Спасибо большое, то, что пришли. Не зря я вас сегодня собрал. Все мы знаем про новости с этим недоютубером, который живет у нас в городе. Все знают про это. Мне нужна его башка на блюдечке. Я ему дал 10 дней, чтобы он согласился со мной сотрудничать. Но что-то мне подсказывает восьмое чувство и пятая точка. Ни с кем он не намерен сотрудничать. Я изучил его досье. Он еще тот хулиган. Манать он хотел наши законы. Он наших бандитов убивает каждый день в городе. Ни с кем он не будет сотрудничать. Мне нужно, чтобы вы его завалили прямо сегодня. Плачу за его бошку 50 тысяч баксов. Кто первый мне ее принесет? Каждому я даю небольшой аванс. Собирайте ваши армии, вызывайте ваших самых лучших агентов, специалистов, чтобы к завтрашнему вечеру этот придурок был у меня здесь, на столе, и молил о пощаде. Поняли меня, нет? А еще можете с ним захватить этого поваренка мелкого. И перчика, собаку, его тоже грохните. А после того, как мы с ним разберемся, возьмемся за бабу его, Катюху эту. Все хвосты за собой почистим, чтобы никто не знал, что произошло. А после этого канал его к чертовой бабушке удалим. А то он слишком много про нас знает и слишком много про нас может узнать. Это он, это единственная преграда, которая может помешать мне переизбраться на второй срок мэра. А я буду дальше держать этот город в страхе, чтоб каждый меня боялся. Все поняли? Надеюсь, что все. Не заставляйте разговаривать с вами на языке автоматов и пуль. Ага. Все, до свидос всем. Я ему сейчас все лицо расстреляю. Он меня убить захотел. Он канал мой захотел удалить. Он тебя, мелкий, хочет убить. А потом за Катюху взяться, да? Ах ты ж гнида-то такая продажная. Да я все с самого начала знал то, что никакое сотрудничество он со мной не хочет делать. Что никакие 50% он не хочет мне предложить. Какие 50%? Ты видишь то, что он хочет просто меня избавить. Ой, ты меня еще Кощей Бессмертный не беси. Он просто хочет избавить этот город от меня. Он знает то, что я не пойду ни на какие сделки. Он знает, мелкий, ты понимаешь, он всю мою семью хочет просто истребить, чтобы я просто не помешал ему переизбраться на второй срок мэра, понимаешь? Люсю, Перчика, канал мой удалить. А подписчиков я на кого оставлю, если он мой канал удалит? Ах ты ж такая мартышка блохастая, я даже не знаю, как его назвать. Сатана просто этого города ютуберов. Да я ему сейчас всю сраку. Просто... Да чё ты бьёшься? Чё? Ты смотри, сколько там охраны. Я сейчас всех их порешаю, каждого порешаю. И вот этого, и вот этого, и вот этого. Всех порешаю. Принц... Да чё ты... Что? Чё ты хочешь? Ты говоришь, чтобы я не шёл туда и не стрелял их всех? Ладно, сейчас... Остынь, Эдисон, остынь. Чё происходит? Да ёханый ты, бабай! Прячься за деревом! Громко было, зато сработало. Может, это реально плохой был план. Может, мне нужно прям в парадную дверь к ним стучаться и всех расстрелять. Я вижу то, что вот там один снайпер лежит. Я вижу то, что вот ещё пушка второго снайпера торчит. Слушай, мне кажется, с этим компроматом что-то можно сделать. Как ты думаешь? У меня же есть прямой компромат на мэра. Это все записано с камер. Только подождите. Подождите. Секретное письмо. Прочитай это письмо только после того, как посмотришь то, что находится на диске с компроматом. И не спрашивай, откуда у меня есть свои связи. Ты понимаешь, что это мне написала Катя? Этот диск, вот этот диск... Мне отправила Катя. На этом диске прямой компромат на мэра. И с этим компроматом я могу... Может, я его в тюрьму посажу? А ну, быстро за мной, мелкий. Быстро сюда.
Это же реально глупо, если я просто сейчас побегу там, а войну просто там начну, всех расстреляю, потом того убью, от того убью. Откуда я знаю, сколько у этого мэра охранников? Откуда я знаю, какие армии за ним стоят? У него там какие-то наемники были в его кабинете переговоров. Мы пойдем путем умнее. Мы спалим мэра, то что он продажная чунга-чанга. А потом уже решим, кто станет следующим мэром этого города. Пошли, мелкий. Где я могу тебя спрятать? Да, да, даже не сопротивляйся. Я не буду тебя с собой брать. Не-н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 е. Это опасно, ты слышал? Ты слышал то, что мэр даже тебя хочет убить? Не только тебя, даже собаку. Если он собаку мою готов убить, перчика, то что он с тобой сделает? Где я тебя могу спрятать? Нужно хорошее место. У Арсения Гонщика... Арсений Гонщик такой себе. Отец, я бы тебя спрятал у твоего вот этого Костянчика, отца твоего похожего. Но Костянчик спит уже трое суток, поэтому вряд ли он за тобой будет следить. У Михалыча, если честно, Михалыч, мне кажется, нас зол. Мы же ему... ты ему все стекла разбил. Михалыч, мы тебе все компенсируем ущерб. Иди сюда. Бомжара. Да, он, да, мелкий, он воняет, я согласен. Он хороший человек, не прячься за скамейки. Иди сюда, Геннадий Петрович, не обращайте внимания, иди сюда, мелкий. У бомжары, иди сюда. Я бы тебя оставил, на самом деле, у Геннадия Петровича, ты видишь, он бухает каждый день. Баб Зина следит за тем, чтобы он не бухал, но он бухает. Охранник Степа, контрабандисты, в ресторане тебе спрятаться. Никто не подумает, что мелкий прячется у бомжара. Бомжара, ты не против? У нас здесь проблемы. Мэр хочет меня грохнуть. Мелкого хочет грохнуть. Да не прячь, иди сюда. Иди сюда, подойди. Бомжара, просьба. Я буду у тебя просто в долгу. Спрячь мелкого, пожалуйста. Он не хочет, но я его как бы и не спрашиваю. Он мелкий, тупой еще. Спрячься за это полотно. Ну спрячься, иди сюда. Спрячься за полотно. Ну иди туда назад. Ну такое. Там тебя видно. Если бандиты сюда придут, они тебя увидят. Слушай, мелкий, я помню одну нычку. Она тебе 100% не понравится, бомжара. Я однажды в сральник твой упал, помнишь? И меня там люди неделю найти не могли. Мелкий! Мелкий! А что? Дай ключ, бомжара, спасибо большое. Дай ключ. Мелкий! Ну и здесь-то тебя точно быстро запихивает туда малого и текай. Видишь, даже бомжара согласен. Я компромат выкинул! Ёханый ты бабай! Мелкий, давай быстро падай в яму. Я знаю, тебе это не понравится. Я знаю, что будешь пахнуть. Зато ни один бандит тебя здесь не сможет найти. Ты там не... А ну подожди! А ну, выпрыгни и нажми на стул! Выпрыгни! Ёханый бабай, ты что не достаешь, мелкий? Ты сейчас утонешь! Подожди, мелкий, подожди. Ёхать, баба, мелкий сейчас утонет там. А вот так. Выпрыгни, нажми на стул. Да выпрыгни ты на стул, нажми. Фу. Все, ну короче, план у нас есть. Давай обратно, странник обратно. Да не будешь ты там долго сидеть. Денек второй. Вот, смотри, короче. Мелкий, мне тут Катюха маринованные помидорки закатала. Я тебе здесь оставлю маринованные помидорки. Ты хоть и кофе не любишь, но я тебе две кружечки кофе здесь оставлю. Вот так, все. Ну, короче, все. Голову высунь из воды! Эту воду лучше не пить, не нюхать. Просто, бомжара, доверяю тебе этого мелкого. Отвечаешь за него своей башкой. Если с ним что-то случится, с твоей башкой тоже что-то случится. Она приобретет пару новых отверстий. Сквозных, знаешь? С одной стороны влетит что-то, а с другой выйдет. Поэтому следи за ним, пожалуйста, как за своим родным сыном. Я скоро вернусь. Мелкий, ты там не утонул? Мелкий! А, он там развлекается. Ладно, все. Не скучай. Я скоро вернусь. Спасибо большое, бомжара. Я у тебя в долгу. Если у тебя есть какой-то план, если ты знаешь, как мы можем еще избавиться от этого мэра... Напиши в комментах. У меня есть только два плана, и нам нужно выбрать один. Сейчас я залезу на крышу Икеи, и мне нужно разведать всю обстановку. Первый план — просто напролом входные двери забежать. И просто всех шандарахнуть. Ну или меня шандарахнут. Там как бы уже 50 на 50, я не знаю, сколько у него там охраны.
Опа, у него калашик. Калашик выпал? Выпал калашик? Калашик выпал? Скажи, что выпал. Выпал! А, только что из бандита выпал калашик. Это еще плюс 15 золотых монет. Прибыльный день, даже не учитывая то, что меня грохнуть хотят. Так, здесь подъем на крышу. Второй вариант. Телевышка. Радиоцентр. А у меня есть компромат. Уловили мою мысль? Я могу запустить этот ролик в прямой эфир. Весь город ютуберов узнает, что планирует этот мэр. Ну и просто посмотрите. Так, надеюсь, меня здесь никто не увидит. Один снайпер. Второй снайпер. Вот этот второй снайпер. Третий снайпер. Снайпер в окне. Четвертый снайпер. Здесь пятый снайпер. Возле прохода. Раз, два, три, четыре, пять, шесть охранников. А внутри-то их 100% намного больше. И менеджер, наверное, связан с этим мэром. Все проходит через этого мэра. Нам нужно с этим покончить. Раз и навсегда. И нужно это сделать раньше, чем покончат со мной, с моей семьей, с подписчиком, с Катюхой и даже с тобой. Я не знаю, на что способен этот мэр. Идем на пролом. Уничтожаем его прямо сейчас, или нас уничтожают. Или идем, отдаем компромат и умоляем этого телеведущего, чтобы он запустил в прямой эфир этот ролик. Выбор зависит только от тебя. Напиши в комментах. А я хорошечно все продумаю, потому что от этого зависит судьба моего канала и моих подписчиков.